дольки яблок в карамели в домашних условиях – это простой и очень аппетитный десерт для всей семьи и на скорую руку. Сладко, вкусно и без лишних хлопот. Существует несколько вариантов, как приготовить дольки яблок в карамели. Первый – это сделать домашнюю карамель из сахара или меда. Второй, как в данном случае, более простой и быстрый. 1. Для начала необходимо вымыть и обсушить немного яблоки. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Необходимые ингредиенты. Яблоко 1-2 штук. Карамель 100 грамм. Количество порций 3-4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Заходите на канал снова, котятки.